Друзья мои, всем здравствуйте, седьмая серия игры Мафия 2 ремастер. В предыдущей серии я допустил 4 ошибки, 4 раза умер, это значит 20 отжиманий. Предлагаю еще немного усложнить себе задачу, потому что не в начале, а в конце этой серии я плюсану все те отжимания, которые еще я наберу или не наберу за эту серию. Ну и в конце точно сделаю. Так что располагайтесь поудобнее, чай, кофе. И спасибо всем тем, кто пришел на Twitch. Причем здесь Twitch, если я на Вазде стримлю, кто пришел на Вазд, конечно же. Ссылка на канал оставлю внизу в описании. Нас, кстати, 3300 человек вас приветствует с Вазда. Поехали. Так, какой-то день сурка, знаешь, когда каждый раз просыпаешься. Ну здесь прям хата такая, прям. Прям серьезная. Алло. Ай, Вито, это Эдди. Да, Эдди, в чем дело? Все бросай и приезжай к Джо. Да, ладно, а в чем дело? Не телефонный разговор. Ладно, сейчас буду. Хата посерьезнее стала. Продолжаем наш разговор. Подождите, а где же здесь гардероб-то? Наверное, вот это. Я как всегда, наверное. Да. Поехали. Ух, не шутя! Мое почтение! Шутя. Вот это уважение. По дорогам бегать не надо. Вообще. Не знаю, о чем вы, ребята, но... Ёпта! Карма! Ну, вообще просто. Фурой управлять легче всего, да. Так как она не управляется, ей вообще в принципе можно не управлять. То есть просто как шел, так и идешь. У нее там, видишь, вот на бампере немножечко там, знаешь, такая царапинка. Вот это мудрое решение. Вот ты видишь, люди все, просто кто жить хочет, они как-то, ну, помудрее немножко действуют. Они... Ой, я прошу прощения. Немножко отвлекся. На, сынок! Туда. Вообще просто. Выехал на красный, не на красный. Знаете, такая мгновенная карма. Просто это. Посреди огней вечерних и гудков машин. Оба. Он взял. Взял вот так вот просто вот завернул. То есть вообще. Кто там, где там? Эту машину нельзя поставить в гараж. Вообще. Без проблем. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что здесь случилось. По-моему, второй, да, этаж? Ну, типа, второй отсюда. Иду я на них сбитый, а у них такой видок, будто они уже обделались. Доброе утро. О, привет, Вита. Марти, ты чего здесь? Джо сказал, вам помощь нужна. И раз я справился с теми, он сказал, что возьмет меня опять.
Снова возьмет тебя куда? Тебя там ждут. Я еще поговорим, да. Ага. Да, это же наш Вита. Здрасте, мистер Факоне. Здорово, Вита. Садись. Привет всем. Так. Так что случилось? Вита, я слышал, как ты разобрался с Лукой. Молодец. Благодаря тебе у нас есть доказательства того, что за нападением стоял Клименте. До сих пор в открытую мы выступить не могли. Он перерезал себе горло. Он похитил и пытал наших. Это война. Теперь мы можем делать что угодно, и комиссия одобрит. Альберто это знает, и он наверняка захочет ударить первым. Значит, нужно убрать Клименте. Именно. Сегодня у Климента большая встреча в гостинице Герб Эмпайра. Это верный шанс сразу убрать и его, и всю верхушку. А, ну да, конечно. Заходим средь бела дня в лучшую гостиницу в городе и спокойно кладем толпу вооруженных людей. Я все правильно излагаю? Не волнуйся, у меня есть план. Черт! Ага. Что, убери сейчас же. Эдди, не бойся, не рванет. А вот если тут нажать, то... Еще кончено, что ли? Убери немедленно. Ладно, мозги растерял. Ладно, дерганый ты какой-то. Ага, то есть мы совсем дня зайдем и взорвем лучшую гостиницу в городе. С динамитом пришел, прикинь. Не боись, она не такая уж мощная. Все здание не снесет, но в той комнате, где она взорвется... Адекватный, нет? Будет фарш. Как мы узнаем, когда ее взрывать? Заберемся в люльку для мытья окон и отследим их до самого взрыва. С каких пор ты у нас умник? Ладно, ребята, не подведите. Если справитесь, я вас не обижу. Когда закончите, позвоните Эдди по этому номеру. Если да, будет кому, кстати, позвонить. Я закрыл сегодня бар. На случай, если Альберта рыпнется. Ну, удачи, парни. Эй, а пацан в коридоре что делает? Мартин, что ли? Пацан! Ну, он же не член семьи. Так что я ему сказал ждать там. Слушай, что он тут вообще делает? А ты как думаешь? Пойдет с нами, потому что нам нужен шофер на стреме и прикрытие, если что. Ясно, Димон. Что ты против него имеешь? Я его с малых лет знаю, и он меня выручил с этими уродами. Да, но в этот раз мы не с алкашами воюем. Мы идем мочить самую сильную семью в городе, а ты с собой ребенка взял. А тебе сколько было, когда ты начинал? Что за старперские разговоры? Вита, он просто будет сидеть в машине, а потом нас отвезет, и все. Он даже не узнает, что мы... Короче, минус пацан. Водит он отлично, а именно это нам сейчас и надо. Ладно, Джо, как скажешь. Но лучше бы ты меня послушал. Это плохая идея. Тут прям читаемо, что что-то с ним случится, или ранят, или убьют, или еще что-то. Типа, знаешь, прям акцент делается на этом герое. Не знаю, эй, насколько... Эй, Джо, а? Ну так, что там за работа? Такая, о которой тебе лучше не знать, капишь? Хм, ну ладно, но если что вдруг, пушка у меня с собой. Да ладно, успокойся, Билли Кит. Ладно, она не понадобится, поехали. Или люлька в лицо прилетит. Так. Я надеюсь, мы на нашей нормальной машине поедем. Ну, на пацанской. А можно вот сюда сесть? Мою машину. Ладно, я поведу. Очень жаль. В смысле, типа, мы взяли пацана, который должен быть водителем, но при этом я поведу. Только не убей ее по дороге, нам на ней еще убираться. Само что-то собой. Что-то мне кажется, что авария и взрывчатка плохо дружат. Взрывчатка? Да, фейерверк устроим. Ты этого не слышал. Едем в гостиницу Герб Эмпайра. Заедешь в подземный гараж, что ты через черный ход. Понял. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Платите штраф. Как всегда, в нужное время. Спасибо, офицер. В нужном месте. Я больше не видел. Я лучше оплачу. Он сейчас узнает, что мы везем. Нормальный, кстати, аппарат. Слушай, смотри, она разгоняется прям под речком. Ну же, ребята, расскажите, а что в гостинице будет, а? Ну же. Давайте его выкинем по дороге. А ты что, книгу пишешь? Я уже сказал все, что тебе надо знать. Эй, да я... Ну, мне же просто интересно, все эти тайны... Марти, все эти тайны не просто так. Меньше знаешь, крепче спишь.
А будешь и дальше задавать глупые вопросы, в следующий раз не позову. Ладно, ладно, больше никаких вопросов. Да ради бога. У тебя тут развязки пошли. Вы что, правда собирались всю гостиницу взрывать? Марти! Ну все, все, извините. Только слово мне еще скажи. Прости, я больше не буду. Ни слова. Тормози нахрен, мамой пока клянусь. Нас не ступанули. Слушай, поспи или еще чего? Ты можешь помолчать, нет, хочешь? Алло, испугал меня. Водитель есть, нихер лезть. Преследую гонщика. Fuck off, ёпта. Сейчас заодно разберемся, как ты умеешь преследовать гонщиков. Ну все, вот гостиница. Въезд в гараж с другой стороны. Что там по преследованию вообще, как дела? Вставай там и слушай. Все пушки оставим в машине. Еще не хватало, а не моя тачка. Элементы нашли их при обыске. Опа. А не моя. Ладно, мы с Витой идем внутрь и делаем дело. А ты жди нас тут. Услышишь большой бабах, заводи машину. Будем отсюда делать ноги пронто. И пушка тебе реально не нужна. Разве что за нами хвост, но это вряд ли. Ладно, ладно, я понял, Джо. Климента снял весь 18 этаж. Это третий сверху. Там какой этаж? Конференц-залы и охрана. И что? Как мы туда попадем? С черного хода, через прачечную. Что, трусы постирать хочешь для начала? Умник. Встреча еще не началась. А! О, ну я говорю, это будет Димон. Все, я понял. Все, это этот, который... Переоденемся рабочими, а потом пойдем уборочку наверху устроим. Серьезно? С каких пор ты у нас умник? Пошел ты! Там внутри нас будет ждать человек со спецовками. Пошли. И мы не хотим поднимать шум, пока Климента не приехал. Так что не делай глупости. Оп. Это разве не моя реплика? Будь здесь! Будь здесь! Всегда на вторых ролях. Малой, ну хорош, но ну, не нагнетай. Так, все, сейчас папа пойдет. Тук-тук. Тебя что, так можно? Черт, закрыто. Этот козел должен был открыть ее. Теперь будем тут торчать и надеяться, что он объявится. Мать. А другого пути нет, что ли? Можешь попробовать, а я тут подожду на случай, если этот кретин заявится. Вот же ленивая тварь. О. Эй, видишь, Тиналяу? Ну? И где он? У него перекур. Кого? Что, вам нужна форма уборщика? Слушай, мне правда жаль, что я раньше не успел. Еще минута, и ты бы даже на свои похороны не успел. Прости, я... Хватит уже. Бог простит, а я наказываю. Жестоко наказываю. Вот видишь, все под контролем. Пошли, форму заберем. Пойдем. Такой у меня пиджачок был красивый. И, да, и еще. Вот. Надень. Это типа уборка. Совсем охренел. Гостиниц. Так нас не узнают. Надевай. Класс. Поехали. Мискузи. Эй, вы. Сюда. Мискузи. Бонжорно. Идиоты, уберите этот бардак. О, мискузи. Уберите эту дрянь, ну? Или кто-то поскользнется и шею сломает. Си, си. Пошли, быстрее. Эй, вы, наверху прибрать кое-что надо. Шагом марш. Эй, Ричи, пошли с нами. Кто? Сестра. Да это же Генри! Ну да. Ладно, пошли наверх, пока он не вернулся.
Давай не будем. Я сказал, стартуем! 100 лет Генри не видел. Он совсем не изменился. Ага. Надеюсь, он не успеет вернуться. Генри хороший парень, даже если работает на Клемента. Да, если он вернется. Даже не думай об этом. Я себя с этими усами идиотом чувствую. Да? А если мы на знакомых наткнемся? Так они нас... А, ну с усами, да. И, блин, надеюсь. С усами вообще невозможно человека узнать. Самое, блин, время. Где это вас носило? Кто-то что-то разлил в конференц-зале. Не шутят тут мафиозников. Не спрашивайте, что это и как оно туда попало. Просто идите и уберите. Окей. Там скоро начинается большая встреча. И если все не будет сиять, ты хочешь босс огорчится. Так что если голова... Это значит, да? Дорога, вы пожалуйста, и убирайтесь уходите оттуда вон. Ну, извини, это было грубо. Очень грубо. Да, искупить вино. Не думаю. Ну, в смысле? А. Эти двое тут уберут. Беспорядок. Чувствую, кого-то вальнули там. Беспорядок? А, этот. Вы двое, что надо? В смысле, что надо? Искали беспорядок убрать. Тупой, что ли? Один из парней тут был раньше. Он тут поскользнулся и упал. А. Ударился головой. Раз, 5 или 6. А, да? Так что теперь тут все в кровище, а у нас скоро начинается совещание. А-а-а. Так что уберите-ка все здесь и побыстрее, черт возьми. А-а-а. А я думал, сова. Вот козлы. Эй, успокойся, да? Они долго не проживут, вот и все дела. Ха-ха, ну да, помоги мне тут. Блин, мать вашу. Желтый? Так, синий, это плюс к плюсу. Спаси, сохранишь, он так ничего не перепутал. Пал туда. Минус синий. Тут... Ну раз 5-6 в одном месте упал и все. Крест... И, ну, бывает же такое. Окей. Самое сложное позади. А где провод? Ладно, окей, игрушка старенькая, не будем докапываться. Пятно пропустил, тупица. Блин, главное, чтобы нас контору нашу не спалили. Не шутя, отмыли. Это клининговая служба. Чисто. Хорошо, можете убираться. Ладно, теперь пошли на крышу. Это Клементе. Мы бы его прямо сейчас завалили. Бомбу я не знаю, на что прилепили. Если бы было чем. Ага, и нас бы самих свалили через секунду. Пожар идет по плану. Важнейший зал, и типа его не проверяли. Алло. Черт. Я не привык к такой физкультуре. 19-22 этажа всего. Столько ступенек, а? Нормально, нормально. Вита, Вита, постой, я кое-что забыл. Кого? Держи, это тебе. Ну, что там, что там, что там? Волына? Случай. Это круто. Хорошая. Кол 19-11 с улучшенным магазином. 23 патрона, так что жрет их быстро. И не потеряй. Во всем мире таких всего 2. Спасибо. Не за что. Меня и у Майкл Джексон. Пошли уже к люльке, давай, пора. Не бой. Черт, твою мать. Ладно, пошли отсюда. Ну, это как устрица. Стой, стой, зацени. Что делаем?
Эй, ты какого черта тут делаешь? Мурика, началось. И это все, чем меня порадует? Кто-то попал. Я захожу. Нормальный Валера, кстати. Пошли, у меня патроны на исходе. Осторожно, там могут быть другие. Вверх смотрю. Главное, чтобы в лицо не закинули. Самое главное. Сейчас мне кто-то кое-что подарит, да? Вот это зря, парни. Это вот ваша большая ошибка. Тут закрыто. Точка стоит туда. Может быть, через верх? Да, вон люлька, вижу. Пойдем. Давай, покажи. Я захожу. Ладно. Вот так пойдет. Не шутя, я сейчас прожал. Какой там? У таких зданий звуконепроницаемые окна. Да и на улице нас с такой высоты не услышат. Нормально. Пошли, найдем люльку. Ай, ну давай. Что-то я сейчас сам маленько, самую малость удивился. Понял. Вы что это творите, а? Я еще окно не... О, черт. Господи, хорошо, только не стреляйте, я все сделаю. Молодец, руки за спину убери. Вот лента, свяжи-ка его. Журнал, ребят, мы не собираем, чтобы банны прихватить на ютубе. Остальных застрелили. Я уже много очень журналов видел. Чел, да, не в нужном время, не в нужном месте оказался, реально. Ладно, залезай. На работу. Ля, курлык. Чик-чирык. Эй, сколько у нас кабеля? Хватает. Хватает? Это сколько? До крыши хватит? Конечно нет. Поднимемся на пару этажей и взорвем. А я-то думал, ты у нас умный. Что? Ты с ума сошел? А если нас накроет взрывом? Не накроет, мы едва заметим. Надеюсь. Если свалимся, я тебя прибью раньше, чем до земли долетим. На! Отлично, вот и наш этаж. Вита, бери скребок и мой окна. Пусть думают, что мы рабочие, а я займусь проводами. Типа на убер-важном мероприятии этот? Кого это не смущает? О! Мне кажется, сейчас столько вынесет. Сейчас несколько этажей просто сядут. И все. Готово. Давай чуток наверх. Ну, рыбку ты уже съел. Да, прямо как часы. Вот так. Эти кретины и не узнают. Бог,
ты мой! Что за чертовщина? Что за черт? Я не знаю. Она как рванет. Едва заметим, да? Ладно, ладно. Пошли глянем. Зачем усы сбрил, дурик? И чего я тебя вообще слушал? Клянусь, ты иногда просто полудурок. Блин, меня аж это... Фу! Что за... Черт! Господи Иисусе, я чуть на ботинки себе не отбил. Ну и разгром. Эй, прямо землетрясение! Какого хрена? Ой, черт! Вот везунчик. Ах вы уроды! Черт, его нельзя заплатите! Упускать! Давай, Вита! Как он вообще смог промахнуться? Эй, ну мы ему устроили бы хохотать. Да, но дело-то не сделано, двигай. Все, поехали, аннигиляция. Нет, я ни в чем не виноват. Наверное, мартини ему разбавил. Я захожу. Осторожно, за стеклянной стенкой. Уложи того с автоматом. Сразу хотелось с тобой ссориться. Тут ты, вискарь-то дорогущий. Нормально. Давай, быстро, пошли. Давай, покажись. Стреляешь, как моя сестра. Ух, ёпта. Я держу дверь, Вита, я справа. Вот это сейчас вообще было прям... Не то чтобы опасно, а прям... Тук-тук. Ой-ой-ой! До встречи внизу, урод. Кого-то выкинули. Инфа сотка. Как моя сестра. Я захожу. Давай, покажи. О, черт. Сюда, Вита. Там ты не пройдешь. Черт, пожарные краны сработали. Правда? А я думал, дождь пошел. Хотелось с тобой, умник. Ни черта не вижу в этой воде. Вита, погнали. Прям максимально опасно. Ой-о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 й. Мать, гляди, опять ломится. Давайте, уроды. Я вас жду. Три, два. Так, это что еще такое? Уходите отсюда, Мэл. Мы против вас ничего не имеем. На лифте, на самом деле, в такие моменты опасно ездить. Другой раз бери бомбу побольше, ладно? Но откуда мне было знать, что Клименте засел в сортире? Не засел бы, если бомба не рванула до срока. Если мы его достанем. По разрушаемости здесь четко все, несмотря на год. Что-то здесь будет еще. Чик-чирик. Быстрее, Марти, там один. Чик-чирик.
Марты! Нет! Бля, ну началось. Мать! Его убили! Убили! Ладно, Джо, Вита! Джо, пойдем, уроды! Надо валить отсюда. Ты ему уже не поможешь. Клименты удирает. Пошли! Я убью его. Это читаемо было. Да, думали, это конец, а вот и нет, уроды. Поехали. Ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Клементой езжай. Подожди, я рулю или что? Держи пушку наготове. Не забивай голову, просто едь за Клементом, он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Я верну. Жми на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо. Давай, 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 давай. Минус хорош. Один. Неплохо. Дальше Клементы. Ой, хорошо. Быстрее. Быстрее, ну быстрее не едет тачка. Да ладно! Надо ближе. Ой, бля, ну ты серьезно, а? Что это за корыто-то? Сынок! Просто, вот просто тормоз, газ, он просто так. Да, как думали, это конец, а вот и нет. Ладно. Уроды. Прикрой меня, ведь ладно, осталось двое. Если они разделятся, ты только за Клементой езжай. Я убью водителя. Тачка, тачка максимально херовая вот эта. На нашей бы мы уже ее догнали 100%. Жми на газ, Вита. Я пытаюсь, Джо. Давай. Ну! Ну, спрей родной! Минус один. Неплохо. Дальше Клементы. Быстрее! Пойму, ты что, патрон с собой не взял, что ли? Все, шабаш! Слушай, может я постреляю, он за руль прыгнет? Осторожнее, Вита! Хорош. Давай, давай, давай. Хорош! Я захожу. Сейчас главное с вождением мне это. Она вроде быстрая, но знаешь, резина как будто какая-то такая пластилиновая. Надо ближе. Не могу даже объяснить. Мать, мы уже почти у него дома. Надо снять его быстро, Вита! Снять, снимай! Они уходят, быстрее! Мать! Думали, это конец, а вот и нет, уроды. На самом деле такое себе задание, ладно, оно типа. Двое. Если они разделятся, ты только за Клементой езжай. Ну, то есть мы зависим только от стрельбы нашего тиммейта. Все. Клиента, он в черном лимузине. Ты не поверишь, Джо, я не слепой. Минус один. Неплохо. Дальше Клименты. Ну, ну вот сейчас. Ну, ты трол. Хорошо. Прикрой меня, Вита. Ну!
Я просто вот так вот поаплодирую, бам-бам-бам-бам-бам. Все, конец ему. Давай, все-таки проверим. Куда там проверять? Там пол рожка из этого вжал. Это за Марти. Вот теперь конец. Поехали ко мне. Жесть. Там вообще без шансов просто. Дай мне номер Эдди, я позвоню. А? Просто фарш, да. Просто за себя и за Марти. Это Джо. Дело сделано. Дело сделано. Нет, не гладко. Ну? Марти убили. Что? Убили Марти, мы бросили его там. Ладно, ладно, а Климента? Труп. Хорошо, за парня не переживай, всякое бывает. Всякое? То есть как расходный материал. Всякое бывает? Успокойся. Он был моим другом, понятно тебе? Джо, Джо, не капай мне на мозги. Полегче. Это была твоя идея, парня туда силой никто не гнал. Сожалею, но бывает, верно? Приходи завтра в Сокол за деньгами. Да, как скажешь. Сожалеет он сейчас! Слушай, давай полегче, да? Успокойся. Мне тоже очень жаль, но ты знал, чем рискуешь. Ты тоже? Эй, задание было опасным. Ты взял его с собой, он погиб. Думаешь, на войне было по-другому? Эдди вообще паренька не знал, нечего его винить. По факту. Иди домой. По факту. Нет, ну а как, ну, что хорошо. Поддержать? Кто виноват-то? Сейчас только переоденусь. Они знали каждый, кто на куда едет и на что. Прости меня, малыш. Прости. Здесь надо прям, знаешь, сцену, где Марти лежит, сделать. Рус, зачекаешь сцену? Прям надо будет скрин отсюда взять, где Марти, типа, знаешь, лежит. Потому что, наверное, самый такой актуальный. Я думаю, все со мной согласятся. Чуть мы не там вышли. Надо было через бэкдор. $10,000, если что, просто так слово. $10,000 у нас. Да, жизнь красивая, но недолгая. Классика. ДТП, водитель хочет скрыться. Не хочет, а он скроется. Понял. Вот это вот прям мой вообще аппарат. Прям я нашел себе тачку по душе. Согласись? Че орешь? Потому что на такой скорости, если бы он мне сейчас в крыло дал, в заднее правое, я бы летел бы очень долго. Радовался жизни. Спасибо, ребят, кстати, кто на канал подписывается, добавляет его в избранное. Регистрируйтесь на платформе, потому что стримим мы здесь каждый день. Игры, видосики всякие и так далее. Кинчики здесь же смотрим. Сейчас, кстати, Шерлока смотрим, так что добро пожаловать. Оповещение отсюда приходит идеально. Если что. Что мы в таком козырном, на самом деле, районе с вами живем. Максимально козырным. Прям дом целый. Так, я так понимаю.
Почему-то про колу сразу вспоминаю. Знаете, что этот? Fallout. Ядер кола. Да еп. Где у нас этот? Во. Да-да, такой же прям звук. Я говорю, день сурка. Каждый раз он просыпается по звонку. Алло. Алло, это Виту? Кто спрашивает? Меня зовут Леон. Я бармен из «Одинокой звезды». Мне ваш телефон дал Джо Барбара. Он ваш друг, я правильно понимаю? Да. А что такое? Да, вот старина Джо весь вечер глушил мой лучший вискарь, все болтал про какого-то Марти, а теперь совсем расклеился. Вы о чем вообще говорите? Мужик, твой друг с катушек съехал. Вытащил ствол и давай им размахивать. Никто не может его успокоить. Здорово. Послушай, я не хочу себе осложнений. Просто забери его отсюда, пока он кого-нибудь не подстрелил или полицию не вызвали. Вито, приезжай и забери своего алкаша отсюда. Да базару ноль, все. Ты что, отец, не газуй. Буду. И еще. Не наливай ему больше, пока я не доеду. Белка, я короче. Я попробую. А если он права качать будет, что делать? Так. Если ты не прекратишь его поить, я тебе наваляю так, что мало не покажется. Въехал? Я понял, все понял, только быстрее. Так, сколько в баре сейчас народу? Пока я один. Час назад была толпа, но теперь как-то рассосалась. Отлично. Слушай, запри лавочку, пока я не доеду. Буду через минуту. Я понял. Если он там волыной махает, то это вообще нехорошо, прям совсем нехорошо. Давайте кожан на эту миссию оденем. Наверное, более актуально. Да, кстати, ребят, наверное, эту серию чуть-чуть сделаю покороче. И двадцаточка, да, за мной торчит с шестой серии. Ну что ж, я с радостью. Опа, лишних я смертей не нахомутал. Так, давайте мы быстренько здесь. Оп, оп. Камера, кстати, ребят, скоро будет. Я уже попросил. Скоро третью камеру нам установят. Так, ну что ж. Отжимание. Кстати, кто вместе со мной тоже это делает, очень-очень-очень рекомендую. Вроде как и играешь, и смотришь. И полезно. Полезно, как говорится, да. Я прям в пижамке задвину. Опа! Так. Не 25, а 20. Чё это 25 вы там насчитали? Ничего подобного. Двадцаточка. Двадцаточка, так. Ну что, поехали. Скоро камера нормальная будет, не переживайте. Так. Давайте уберу его. Опа! Пошел пожилой процесс. Я так чуть-чуть, ой, хорошо, я так чуть-чуть это, подприбавил, так скажем, до тридцаточки, знаете, чтоб нормально шло, ой, сисечка одна задергалась, ой, 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 оп, не, ну а чё, нормально, отдышка, ну ничего, со временем и она пройдет. Как говорится, готовимся к мотосезону. 34 года, ну извините. Ничего, ничего, нормально. Так. Ну что ж, друзья. С вас, как всегда, лайк, подписка и колокол. Встретимся в следующих сериях. Удачи. Ссылка на плейлист внизу в описании.